Відкрита трибуна. В Україні відзначили День бібліотек. Коли ви були у книгосховищі востаннє? Як вважаєте, чи довго будуть існувати бібліотеки? В бібліотеках бувають часто, як за кордоном, так і в Україні. Якщо бібліотеки будуть реформуватися і відкриватися нового формату, які будуть більш відкриті, більш свободний доступ, такого формату, як там буккросінг, ну, менше контролю, люди будуть більше заходити туди. На даний момент у нас немножко устаревший формат. Мы там с дочкой записаны и в детской библиотеке на Таирова, и в библиотеке Маяковского на Королева. Я вам скажу, что в принципе состояние не такое плачевное библиотек. То есть сказать, что там приходишь и там нет, есть новинки, они все получают. Есть платные новинки, есть бесплатные новинки. То есть в принципе литературы современной даже достаточно. Люди не ходят, молодежь не ходит. Как-то привыкли все уже в интернете что-то находить, и книги, и скачивать. Но все есть, и периодика вся есть. В принципе, очень неплохо, и библиотекари зовут, приходите. Все есть, пользуйтесь. У меня 3 внука, и я им постоянно покупала книги. Пока однажды не увидела, что эти книги все сложены в коробку, и никто, конечно, их не читает и ими не пользуется, к сожалению. Ну, библиотека все равно должна быть в доме, потому что как бы планшет не заменял или там другое какое-то средство коммуникации, книгу можно, к ней можно вернуться, ее можно как-то восстановить, перелистать, получить удовольствие. Поскольку я, видите, поколение такое среднее, то и придерживаюсь таких взглядов, что да, книга в бумажном варианте, она очень нужна и важна. Я предпочитаю, если есть возможность, пользоваться больше бумажной книгой, ну, когда читаешь, о чем-то подумать, вернуться к месту, которое тебя заинтересовало, или там пробежаться вперед. С электронным вариантом такое возможно, но немножечко эффект не тот. Я думаю, они будут существовать. Да, я в них бываю в последнее время редко. Дома существует ряд книг, свою коллекцию, так скажем. Но электронные носители не передают тех ощущений. Хотя и, в принципе, информационную часть передают вполне. Но живая книга, она живая книга. Ее приятно держать в руках. Когда книжку держат в руках, ты и больше доверяешь, чем электронике. Потому что электроника может сломаться, сбиться программа и так далее. А, конечно, когда держишь книжку, это и вообще это приятно. Но, к сожалению, конечно, оно постепенно уходит. Дети мои еще успели походить в библиотеку, а вот внук, я не знаю. Будем стараться, во всяком случае. Я знаю очень много своих подруг и друзей, которые читают книги, любят читать. То есть не у всех есть интернет, это первое. Второе, в интернете очень много соблазнительного. Люди как-то перескакивают на музыку, на политику, на то, на все. А книга есть книга. Если хорошая книга, ее читаешь, люди довольны, и мало библиотек, надо больше. Я вижу, даже книжные магазины появились. Люди ходят с удовольствием, пересматривают. Багато бібліотек зараз переходять на інші формати, тобто вони відцифровують свої фонди, які в них є, вони здають свої площі під певні інтелектуальні події, тому як, наприклад, наша бібліотека Грушевського. Я думаю, що у бібліотек є майбутнє і, в принципі, нічого не зашкоджує, крім певного бюрократизму. Тобто, звичайна бібліотека такою, як вона була в Радянському Союзі, шансів на життя зараз немає. Але загалом у бібліотек шанс є жити і бути цікавими, мати своїх користувачів. Електронне проще тим, що на нього можна закачати любую літературу, але мені більше подобається бумага теж. Все-таки почувствовать страницы, как бы и иллюстрации, как-то оно красивее, чем с экрана смотреть, и глаза меньше портишь. Вот. Ну, библиотеки, я думаю, будут существовать и дальше, как бы, ну, много приверженцев бумажных книг еще остается, я думаю, еще долго будут существовать. В мое время книги были, ну, как говорится, зачитанные. Что такое были зачитанные книги? Они уже были, листики отрывались, а люди все равно читали, подклеивали и так дорожили, спасали эту книгу, чтобы ее побольше почитать. Поэтому книга жила, живет и будет жить. А технологии это будет идти параллельно, но это мир такой. Ну, как говорится, ну, я как могу сказать, ну, не живой. Он полезный, что, да, можно с
сказать, что пойти в библиотеку искать какой-то материал, как мы раньше ходили, и сочинения там искали, что написать, то сейчас легко, взял, открыл компьютер, раз-раз, это просто убыстряет. Відкрита трибуна.